Сегодня на столе комикс «Бэтмен. Книга 3. Смерть семьи» от неизменной команды в лице автора Скотта Снайдера и художника Грега Капула. Твердый переплет, глянцевая обложка, 184 страницы, на которых разместились с 13 по 17 выпуск оригинальной серии. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством «Азбука». «Смерть семьи», наверное, одна из самых жутких историй во вселенной DC New 52. Сюжет истории построен на блефе Джокера. Он якобы знает, кто такой Бэтмен на самом деле. Это красивая идея, но она, увы, не работает в рамках установленных комиксом правил. Даже если предположить, это чтобы без спойлеров, что такое ультимативное знание действительно у Джокера есть, то все равно очевидно, что он его не применит. Ну или, по крайней мере, не применит в полную силу. Джокер не может убить Бэтмена, потому что Бэтмен не может убить Джокера. Все потуги выходят в ноль. Скотт Снайдер это, конечно, понимал, поэтому Джокер хочет убить не самого Бэтмена, а его семью. В смысле всех его помощников – Робинов, Найтвинга, Гордона, Альфреда и так далее. В истории Снайдер использует множество отсылок, так сказать, к классическому Бэтмену. Например, здесь он воссоздает первую схватку Бэтмена с Джокером, когда тот еще щеголял в костюме красного колпака. По-моему, это отлично используемый ход для перезапуска. Здесь Джокер с пришитым лицом еще безумнее, чем раньше. Фирменную ухмылку теперь держат грубые нитки, а после того, как в его физиономию врезается бронированный кулак темного рыцаря, лицо натурально съезжает на бок. Комикс, как всегда, отлично проиллюстрирован Грегом Капула, рисунок которого одновременно мрачный и реалистичный, способен и пугать, и восхищаться им. С панелей, где Бэтмобиль выныривает из дождливой ночи у ворот Архэма, кажется, тянет влагой и сыростью, а завершающая сцена садистского ужина кардинально выносит мозг, заставляя нервно листать страницы. Рисунок настолько идеален, что он отлично передает даже сгнивающее от выпуска к выпуску лицо Джокера. Подмечу, что этот том можно спокойно читать независимо от того, читали ли вы первые два или нет. Сюжетные линии комикса никак не пересекаются с событиями, происходящими в первом и втором томе. А также, если вы хотите узнать, как Джокер лишился своего лица, то вы можете прочитать предысторию в виде сингла от Азбуки под названием «Лики смерти», пока он еще есть в продаже. Прекрасный рисунок, отменное повествование и психоделические моменты делают этот том моим самым любимым в серии. Я настоятельно рекомендую вам его для прочтения. И как всегда, не забывайте подписываться на мой канал на YouTube и вступать в группу ВКонтакте. Там вы всегда можете своевременно увидеть фото-превью новых комиксов. А также вступайте в группу «Официальная коллекция комиксов Marvel» от Ашет. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Информационный партнер «Комиксоид».